аккуратно, только друг друга не мочить, а тут бьете. Есть! Я убил, я убил! И всем привет, дорогие друзья, с вами Димас, Радекс, Серега, Куёка, Пика, Васаби Скромин, Чебизаврик, Тампончик, пацаны, поздоровайтесь. Всем приветики, омлетики. Я от Владикита. Если опять кушайте, приятного аппетита. А у нас выживание с танком и пилой. Погнали. Вижу, вижу, Серега гоняется. Серега, а чё я не слышу пилу твоего танка? А потому что это секрет фирмы. Понял. Тихо, не спеши, не спеши. Не, Серега, я не дамся. Я что, дурак думаешь? Нет, нет, нет. Есть еще один. Да как ты так тупо проигрываете? Вы что, специально, Сереге, сливаетесь? Дима, а ты что прячешься? Давай поехали со мной. Отвали от меня. Поехали. Да отвалите. Вы же сейчас дадите мне проиграть. Да это, Серега, было нечестно. Это было нечестно. Эй, меня не надо. Их-то ранее меня. А, вот так, значит. Хорошо, ребят, я тоже беру этот танк тогда. Двое осталось, походу. Дим, ты не ожидал, что я так жестко буду всех? Не-не-не-не-не. Ты псих какой-то, Серега? Ой, блин, а у меня хп еще такой. Ну что, псих выехал. Давайте хоть одного поймаем. Нифига себе лупашу. Так-так-так-так-так, давайте попытаемся его подловить. Едем ему на перерез. Есть! Да ладно, почему так легко? Один ушел. Давайте, давайте, все за ним, все за ним. Аккуратно, только друг друга не мочить, а то убьете. Есть! Я убил, я убил. Да. Так, пацаны, давайте теперь сделаем так. Я буду один на машине, а вы все будете за мной гоняться. Ну что, пацаны, я готов. Я за тобой выехал, Дима. Давай, давай, Серега, шутки прочь. Давайте, обгоняйте его с другой стороны. Отлично, отлично, ребята, пока я себя выживаю нормально. Я думал, я быстрее сольюсь. Стрелять нельзя. Стрелять нельзя, да. В конце ролика, ребята, будет мочилово на танках, так что досмотрите обязательно до конца. Блин. Блин, да это сложно. Серьезно говорю, это сложно очень. А давайте теперь это Дима за вами. Я буду за вами? Да. Хорошо, давай, я с Серегой согласен. Ребята, ну что, теперь я бешеный танк с пилой, а пацаны будут выживать. 3, 2, 1, 0. Выживание началось. Первый пошел. О, жопу отпилил ему. О, живой, смотрите, чихает машина, но живой. Красиво, красиво. Розовый пошел в жопу. Это я. Вот так, значит. А я по тебе не стрельнул. Это было рядом. Но я не попадаю. Попал, Серег. Сережа, прощай. Красиво. Есть. Это Серега за те разы, которые ты меня тоже хотел убить. Хотя ты меня не убил. Так, у меня колеса приспущены уже. А, никого не было в машинах? Что за говно? Так, я вижу. Подождите, у меня немножко танк просрал. Колеса повредились. Так, выезжаем. Мочи всех. Мочу. А я здесь специально стою. На, ой, жопу отпилил ему. Там меня не пилит, а я свой. Наполовину свой. Вижу челепиздрика на карте. Мочи его. Отлично. Молодец, Серега. Респект. Видишь, они уже тебя. Да. Прощай! Отлично! Ребята, мне нравится. Сейчас покажу, что будет, когда человека пилите. Смотрите, это будет прям кишки. Блин, надо человека распилить. А ну встаньте кто-то перед танком, я покажу. Видели? Просто красное пятно. Я Киоку убил. А кто еще ездит? Вот, Бенди. Вижу. Все за Бенди. Прощай, щенок. Ах ты быстрый. Да, стоп-сон прописан, но не срабатывает. Прикольно, шум от пилы такой, все психи.
Ну что, ты готов умереть? Ну смотри, кроссовчик. Получается, он что, лучше всех играет? А нет, не лучше всех. Давай-давай-давай, жми его! А, блин, своего надпилил. Давай-давайте-давайте, все за ним, я его вижу. Навстрез. Я его должен убить. Смотри, какой молодец, обманывает. Молодец, красавчик. Блин. Да, Серега, еще пчичу. Так, кто ж там подлазит? Блин, танки прикольные, кто их придумал? Ой, красиво. Так ты смотри, лучший игрок, пацаны, это лучший игрок до этого момента. Ну давай, давай, догоню. Ах ты хитрый какой. Блин, хорошо играют. Да что ж творится? Да не пили мой танк. Так, я аж горю. Давай, танчик. Так, сейчас. Ты смотри, грамотей нашелся. Так, я нифига не вижу. Стоп, давайте сюда выйдем. Поехали. Я не там, вам себя смотри. А я тебя не спрашиваю. У тебя не спрашиваем, да, пацаны? Я спрашивать не надо, я вам не дам все. Это ты зря сказал. Пацаны, все силы на него, все. И шум долго выживает. Да как так-то? Давай. Блин, у меня горящий танк, надо новый заспамить. Так ты смотри, только заспамил. Ну все, битва танков здесь. Ну что, давайте теперь битва между собой на пилах. Без стрельбы. Первый раунд, а потом будет со стрельбой. Скажите, когда будете готовы. 3, 2, 1. Битва началась. Кто кого запилит? Ну, последний будет лучшим игроком. А Серега, это ты, да? Я хочу тебя убить, потому что. А что он врезался? Да щелобака! Да ну как? Ой, сейчас, короче, будет у нас танк батя сейчас приедет. Подождите. О! Во. Ну что, давайте, кто против меня? Приехал батя на танке, настоящий батя. Ого, ты чё так мощно? А ты, Серега, ну так что ты? Молодец, сгорел, просто сгорел. А какие у нас еще танки? У нас же танки разные есть. Я убил тебя, Серега. Нет, я живой. Даже серьезно? Да. Рикошет. Нет, игра не вылетит. Отлично. Он залагал. Что, вылетел? Нет. Отлично, я подбил тебя, Серега. Кто-то у меня залагал. Красивая битва. Опять батю поставил. Серега, я тебе пушку поломал, когда стрелял в нее. Ух ты! Ну что, ребята, последняя битва. Серега на здоровенном танке, а мы на маленьких. 3, 2, 1, погнали! Ох, мы его гасим. Ну нас видите, какие свои. Врезаются в меня и стоят. Вот молодец, профессионал. Сразу видно, играю с профессионалами, пацаны. Ну я троих убил, Дима. Ты молодец, Серега, тебя сняли? Да. Потому что меня раньше времени начали мочить. А есть какой-то крепче танк у нас по жизням?
Не, ну вот это только. Есть. Есть, Серега, крепче, есть. Ты какой же? Ой, красиво. А я не знаю. Есть. Ой, красиво вы его гасите. Такие именно трассирующие. Есть, по броне. Ад, блин. Молодец. Да. Проверка на прочность. Вы все в танках? Маленькая бомбочка, реально небольшая. Ой-ой-ой-ой-ой. Серега, ты выжил? Да. А ты в этом танке был большом? Да. Смотри. Неплохо. А ну еще разок. Ребята, проверка на прочность. Я живу. Ну тебя перевернуло. Ой. Ну я целый, все. Короче, ребята, если будет взрыв боеголовки, то можно выжить. Но от радиации тебя это не спасет. Если понравилась эта серия и вы хотите еще, ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал, вступайте в наш Дискорд. Ну а всем отличного настроения, после моей ролики еще.